Привет, друзья, с вами Сергей Мартынец, и сегодня я хочу ответить на очень популярный вопрос, который мне задают многие мои партнеры. Иногда у меня партнеры спрашивают: Сергей, почему не строится бизнес? Ведь я провожу много встреч, я делаю какие-то усилия, и почему-то люди теряются, никто за мной не хочет идти. Вы знаете, для того, чтобы за вами пошли люди, вы должны стать лидером. Люди не идут за компанией, люди не идут за какой-то идеей, за каким-то продуктом. Люди идут за людьми. Если ваши партнеры, ваши потенциальные партнеры почувствуют, что да, за этим человеком я могу идти, он может стать моим наставником, он действительно может меня привести туда, куда я хочу. Люди пойдут за вами, но для этого вы должны стать лидером. Для того, чтобы стать лидером, нужно делать очень много работы, нужно трудиться над собой, нужно посещать мероприятия, нужно проводить сотни, а то и тысячи встреч, нужно прочитать сотни книг. И это процесс длительный очень. Если вы приходите в этот бизнес уже с какой-то ступени, если у вас уже был опыт в предпринимательстве, может быть, опыт в каком-то другом бизнесе, это уже хорошо, вы уже, может быть, стали лидером где-то там. Но если вы приходите с наемного труда, вы никогда не были на руководящих должностях, то поймите, вам нужно время, на это должны уйти годы. Но поймите, без лидерства вы не добьетесь успеха в любом бизнесе. В любом деле вы должны стать лидером. Иначе за вами люди не пойдут. Знаете, я, когда я принимал решение строить бизнес ЛР, многие мои друзья сказали: ты занимаешься ерундой. Ну, вернее, они не сказали, они не могли мне в лицо это сказать, но они так подумали. Но когда они увидели мой серьезный настрой, когда я сказал: ребят, это ваше мнение, но я в любом случае принял решение строить этот бизнес, и я в любом случае найду людей, с кем я это сделаю. Мне, конечно, очень хотелось бы сделать это с тобой, потому что я желаю тебе добра. Но если ты не хочешь в этом разобраться, твое право. И вы знаете, через какое-то время за мной пошли эти люди. Потому что они почувствовали, что действительно, наверное, что-то они не понимают, если я так серьезно настроен. Люди идут за уверенными людьми. Вы должны принять четкое решение, что вы этот бизнес сделаете. Вы этот бизнес сделаете, невзирая ни на какие обстоятельства. Что я слышу от партнеров? 2-3... Может быть, 4 человека им сказали: нет, все, они не в бизнесе. Ребята, вы с таким подходом не добьетесь успеха нигде, ни в спорте, ни в бизнесе. Ну, наверное, на личном фронте, скорее всего, тоже. Вы знаете, я сейчас узнаю от своих партнеров, что многие не едут в Киев 4 октября на бизнес-день от компании. И я просто слышу самые абсурдные отмазки, какие-то непонятные отговорки: у меня нет денег. Дружище, у тебя их не будет, если ты не будешь на мероприятиях. У меня нет времени, да у тебя никогда не будет времени. Я работаю, да ты всю жизнь будешь работать. Друзья, MLM — это не панацея. Можно в любом другом бизнесе добиться успеха, но вы должны стать лидером. Где вы еще так безопасно и за относительно маленькую цену можете стать лидерами? Я другого места, как MLM, не знаю. И вы знаете, 4 октября в Киеве будет огромный бизнес-день от компании, на который приглашены такие гости, как Томас Херсен с Германии. Вы знаете, это человек, который является одним из руководителей компании, огромной мультимиллионной компании. И вы можете учиться у него. На этом мероприятии будут лидеры из других стран. И вы сможете перенять опыт, вы сможете получить видение и картинку этого бизнеса. Да, я знаю, ты думаешь, что я уже был на подобном мероприятии и ничего не произошло. Дружище, тебе нужно посетить десятки, а то и сотни таких мероприятий. И только тогда, может быть, ты станешь лидером. Ты этого можешь сам не заметить. Но люди, которые тебя окружают, они это заметят. Для того, чтобы стать лидером, нужно быть на этом мероприятии. Если ты думаешь, что я никого с собой не везу, я там не буду. Если ты думаешь, что у меня нет денег на это мероприятие, дружище, мероприятие стоит всего лишь 50 гривен. Проснись, за эти деньги ты можешь выпить 2 чашки кофе в каком-то кафе. В каком бизнесе ты можешь начать бизнес с таких вот
небольших вложений. В каком бизнесе ты сможешь обучаться у таких лидеров за такие маленькие смешные деньги? Мне об этом даже говорить как-то стыдно. Ты знаешь, если ты хочешь стать лидером, это первое, что ты должен сделать, ты должен быть в Киеве 4 числа. У тебя есть еще время, ты можешь туда привести своих людей. Ты можешь сейчас напрячься, написать список, сделать обзвон и привести туда людей. Но если люди почувствуют в твоем голосе неуверенность, ты никого с собой не приведешь. Друзья, я надеюсь, что я хоть как-то смог передать вам частичку тех эмоций, которые я хотел бы, чтобы вы получили. Я надеюсь увидеть всех вас в Киеве 4 числа. Конечно же, я бы очень хотел, чтобы вы были не сами, чтобы вы были со своими командами, со своими партнерами. И в Киеве будет очень крутое мероприятие. До скорых встреч. С вами был Сергей Мартынец. Пока-пока.